вы на канале Милашка Тока, и сегодня у меня влог. Я сегодня пойду покупать себе питомца, а потом все самое необходимое для питомца, так что оставайтесь со мной и не переключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Следующим действием мне надо найти питомник, где я буду покупать себе питомца. А сейчас ничего необычного, мне просто надо почистить зубы. Вот такой вот у меня сегодня завтрак. Я уже сделала все домашние дела, и теперь мы готовы и можем отправляться в питомник. В общем, я уже в питомнике, и я тут себе присмотрела двух питомцев сразу. Это вот такие вот две кошечки, они всегда вместе почему-то сидят. Какой раз я уже прихожу сюда за питомцем, ищу себе какого-нибудь, и вот вижу тут этих двух кошечек. Они такие милашки, так что думаю, что возьму их сегодня. Здравствуйте, можно, пожалуйста, вот этих двух котов? Да-да, конечно, походите вы туда, вот на кассу. Здравствуйте. Да, здравствуйте, подписывайте бумаги, пожалуйста. Вот ручка. Так, секундочку, у меня просто камера. Все. Да-да, у вас теперь есть полное удостоверение, что это ваши коты. Вот вам подарок, потому что этих котов очень давно никто не покупал, и у нас для вас такой маленький презентик. Ой, спасибо большое. Продолжение следует уже в следующей части.